Ребята, всем снова привет. У нас с Аней странное хобби. Мы ищем интертеймент вместо того, чтобы гулять по достопримечательностям. И сегодня что-то ее приштырило найти CGS Entertainment. Да, и надо что-то посмотреть, что посмотреть. Оно что-то какое-то. Честно говоря, оно странное. Оно очень маленькое какое-то вообще. Ну, чмошненькое довольно-таки. Простите, конечно, за столь категоричное суждение. Ну, ладно. Оно не чмошное, оно компактное. Все. В общем, сейчас мы идем искать их второй офис, да? Нет. А че, куда мы идем? Мы ищем агентство Тиары и всякое премия. Ясно. Короче, мы идем искать еще одно агентство. Я не знаю, зачем мы это делаем, но заодно мы, кстати, смотрим город, и теперь мы неплохо ориентируемся в Каннаме в нашем районе. Это, кстати, полезно. Тут вот какой-то трейлер, мы думали, что кто-то приехал, но что-то... Похоже, просто жратва привезли, наверное. Да, похоже, просто жратва. И вот там они что-то закрыли окошко, они боятся, что я их сниму. И, короче, я не знаю, ну, в общем, все, ребят. Мы снимем еще следующее агентство, и будет вам счастье.